الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату, уважаемые братья и сестры. Уже на протяжении нескольких передач мы с вами говорим о важных моментах, о важных качествах, которые могут быть присущи богобоязненному человеку. И мы обсудили, сказали, что есть немало качеств, которые возвышают человека, которые являются богоугодными, и посредством которых он может достичь именно той цели, для которой был создан. И одним из этих качеств является именно, как бы казалось не странным, два известных нам качества. Одно из них именуется как именно бедность, нужда, а другое — богатство. Да, вы не ослышались. Богатство и бедность оба являются на самом деле богоугодными качествами. Но, конечно же, есть разница, о каком богатстве мы говорим, о каком богатом человеке мы говорим, о какой бедности мы говорим и с чем сопровождается эта бедность, и также с чем сопровождается это богатство. Если эта бедность сопровождается именно недовольствием, именно, скажем так, возмущением, нетерпением, то эта нужда и эта бедность не является хорошим качеством. Но если бедность сопровождается именно довольством, довольством тем, чем одарил тебя Всевышний Аллах, то в данном случае это является хорошим, возвышенным качеством. И такие люди в день суда, они будут именно теми, которые смогут заступиться за своих, скажем, тех братьев, которые когда-то им в жизни помогали. Всевышний Аллах скажет: посмотрите на людей. И те, которые среди них, которые относились к вам хорошо, помогали вам, и которые делали это ради меня, вы можете забрать их с собой в рай. Вот каким положением обладают бедные люди. Но то же самое мы можем сказать и про богатых людей. Но не каждого богатого человека. Не того богатого человека, который заработал, который, да, имеет, обладает имуществом, богатством, но и даже чутко он не тратит на пути Аллаха. Он даже не дает обязательные, скажем так, налоги, которые он должен выплачивать. Закят, хумс. Что же говорить уже о желательных, скажем так, милостинях. И о желательном милостине, который мусульманин также было бы хорошо, если бы давал бы бедным людям. Поэтому, конечно же, факир, бедный человек, конечно же, он является в данном случае лучше по положению, чем, ну, конечно, тот бедный человек, который, как мы уже сказали, да, который доволен тем пропитанием, которое Всевышний Аллах ему дает, который доволен той жизнью, которую Всевышний Аллах даровал ему. И также мы говорили, что на самом деле, если у человека увеличивается иман, то и увеличивается его бедность. Если бы верующие не просили бы Всевышнего Аллаха, не умоляли бы, чтобы он даровал им больше благ, больше ризка, рузы, больше пропитания, то тогда Всевышний Аллах, если бы они не просили, то Всевышний Аллах тогда сделал бы их еще беднее, давал бы им пропитание на жизнь, но они были бы бедными. И
они думают, что в этой бедности, эта бедность является позором. Бедность не является позором. Всевышний Аллах говорит, я не сделал вас для того, чтобы опозорить вас. Ни в коем случае. Это не является позором. Он говорит, что я вас избрал, как мы говорили, иннама ахтартукум ли мисли хаза льём. Я вас выбрал именно для такого дня, для судного дня. Вы сами обладаете, скажем так, большим положением, высоким положением. Ну и в чем проявляется эта высокость этого положения? В том числе и, то есть в нескольких ее вещах, и в том числе проявляться в том, что вы можете быть заступниками для тех людей, которые вам помогали, скажем так. И, конечно же, есть другой хадис от имама Рады, алейхиссалам, относительно именно данной темы. Имам говорит, «Ман лака фагира муслима васаляма алейх, хилафа саламихи алялгина, лака Аллах йома аль-кияма, ваху алейхи гадман». Аллах, прошу прощения, имам Рада говорит, каждый, кто, говорит, встретится с факиром, с бедным человеком, с бедным мусульманином, и «Васаляма алейхи хилафа саламихи алялгина», если поприветствует его, поприветствует этого бедного мусульманина, но не так поприветствует, как он поприветствовал бы богатого человека. Допустим, предположим, да, сам первый его не поприветствует, будет ждать, пока бедный его поприветствует, чтобы ему ответить. Допустим, да. Если мусульманин даст саламу алейкум, скажет человеку богатому, и этот богатый человек поприветствует его не так, как он приветствует богатых людей, просто скажет, например, салам, то тогда он встретится с Аллахом в судный день, и Аллах будет разгневан на него в этот день, в судный день. وَقَالَ الْفَقْرُ شَيْنٌ عِنْدَ النَّاسِ وَزَيْنٌ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. И также имам Риза сказал, что факр, то есть бедность, нужда, является позором среди людей. То есть люди считают, что если человек бедный, то что бедность является позором для человека. Люди так считают. Но имам Риза говорит, «Зейнун андаллах». Но перед Всевышним Аллахом бедность является именно украшением, а не позором. Это является украшением перед Всевышним Аллахом в судный день. В судный день, о люди богатые, которые нехорошо относятся к бедным людям и не воспринимают бедность. Знайте, что в судный день Всевышний Аллах даст возможность беднякам именно помочь именно вступить в рай тем людям, которые помогали этим бедным людям ради Всевышнего Аллаха. Знайте это, они обладают великим положением. Да, богатым человеком быть хорошо, богатым человеком быть — это хорошо, это безусловно, в этом нет никаких сомнений. Но если, конечно же, вы тратите свое богатство на пути Аллаха, если вы не забываете религию Аллаха, но если вы забываете религию Аллаха, то, клянусь Аллахом, нету никакого смысла тем затратам, которые вы делаете. И не увидите вы эти затраты. В судный день не увидите, если не будете делать ради Всевышнего Аллаха. Потому что есть хусна фиали, есть хусна фаали. Помимо того, что деяние хорошее, но также и намерение в совершении этого деяния должно быть хорошим. Именно ради Всевышнего Аллаха. Если вы ради Всевышнего Аллаха это дело не делаете, то в судный день вы не увидите это дело. Если вы это делали ради чего-то другого, допустим, ради показухи, это надо учесть и знать. И мы, конечно, поговорили, мы сказали, да, быть бедным — это хорошо, но я еще раз повторяю, не всегда. Помните, мы до этого также читали хадис, где говорилось, этот хадис передавался, значит, от имам Садака. Имам Садак говорит, كاد الفقر أن يكون كفرا وكاد الحسد أن يغلب القدر.
Нам нужно именно этот момент, где имам говорит «кядаль фагран якуна куфран». То есть бедность едва ли, то есть бедность близка к тому, чтобы считаться куфром. То есть едва ли не считается куфром. Если точно переводить, бедность едва ли не считается куфром. То есть почему куфром? Почему близко именно то, чтобы, скажем так, фагр, бедность считалась куфром, именно неверием? Почему? Потому что мы наблюдаем это в жизни, как некоторые люди от того, что они бедны, скажем так, не проявляют терпения, наоборот, мы видим, что они проявляют недовольство к Всевышнему Аллаху, к этой жизни, в которой они живут. И в итоге так получается, что они даже становятся неверными и вообще в Бога не верят. И недаром имам Садык, алейхиссалам, говорит, что фагр близок к тому, чтобы стать куфром. Близок. Почему? Потому что мы сказали, если человек не будет благодарить Всевышнего Аллаха, если будет не будет проявлять терпение и будет недовольным всегда, не будет довольствоваться тем, что дал ему Аллах, то такой человек может и в итоге кафиром стать, неверующим, как и мы, в принципе, наблюдаем в жизни нашей. Сколько было таких случаев, что такие люди становились именно кафирами, неверующими людьми. И теперь, если говорить именно о итоге, сделать вывод относительно этой темы, так что же все-таки лучше, богатство или бедность? Здесь, конечно же, вы должны знать, что если человек является, допустим, бедным и при этом терпит, довольствуется тем, что Всевышний Аллах ему даровал, то это, конечно, лучше, то есть здесь все считают, все ученые, что это лучше, чем быть богатым и в то же время не выплачивать хум, закят и то, что, допустим, не давать садака, милостыню и так далее. Конечно же, такое, быть таким бедным человеком — это хорошо. И с другой стороны, если, допустим, человек богатый и тратит на пути Аллаха деньги, и, конечно же, это лучше, чем быть бедным, человеком бедным, который вечно недоволен Всевышним Аллахом, недоволен тем, что он дает. Конечно же, в данном случае быть богатым лучше. Но здесь вопрос в следующем. Что все-таки, если сравнивать, допустим, именно человека, который, допустим, богатый, который вовремя платит закят, хумс, дает милостыню. И с другой стороны, допустим, мы наблюдаем бедного человека, который, допустим, также доволен Всевышним Аллахом, доволен тем, что у него есть. Если этих двух людей сравнивать, кто из них лучше? Относительно того, что кто из них лучше, здесь, конечно же, есть разногласия между учеными. И говорится, что если, допустим, каждый из этих людей, допустим, человек, который богатый и тратит на пути Аллаха, и человек, который бедный и довольствуется тем, что у него есть, должны посмотреть, кто больше уделяет время для поклонения Всевышнему Аллаху, тот и является лучшим. Если богатый, то богатый лучше. Если бедный, то бедный лучше. Но если говорить про мнение шейха Аббас Куми в Сафинат-уль-Бихар, он также говорит, что у них есть разные положения, то есть у них есть разные, скажем так, степени у этих людей, разные категории лиц. И здесь, конечно, проблематично. Где-то мы можем определить, что этот лучше, чем тот. Допустим, тот богатый, который тратит на пути Аллаха деньги, да, конечно же, лучше того бедного, который, скажем так, является жадным, недовольным и так далее. Это само собой. Вот. Но опять же, здесь шейх Аббас Куми говорит, что все-таки лучше быть умеренным. То есть не богатым и не бедным. Находиться между ними. То есть обеспеченный человек, который, естественно, поклоняется Всевышнему Аллаху. Это все, естественно, само собой. То есть не быть богатым и не быть бедным, а находиться в середине, быть обеспеченным. Ну, это все, конечно, при условии того, что вы останетесь поклоняющимся Богу, довольным и так далее. Вот. Это то, что касалось именно. Но в то же время, конечно же, человек,
не должен забывать, что он здесь все-таки стержнем является именно поклонение Богу. То есть человек должен поклоняться Богу, будь он богатым или бедным. В каждом из двух этих состояний он должен знать, что Бог есть, и он должен благодарить Бога, должен поклоняться Богу, дабы достичь совершенства. На этом я с вами прощаюсь. Ассаляму алейкум ва рахматуллах. Аллах, Аллах, вальхамду лиллах, я Аллах, субханаллах, Аллах.